Арестовать Мадонну. С таким призывом выступил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. Он входит в так называемую переходную команду Дональда Трампа. Гнев одного из самых влиятельных республиканцев Америки вызвали высказывания поп-звезды на массовой акции протеста в Вашингтоне в день инаугурации нового президента. Она, в частности, заявила, что думала, не взорвать ли Белый дом после того, как на выборах победил Трамп. Более того, одна из самых именитых певиц в истории США призвала американцев к восстанию. Ньют Гингрич обрушился на Мадонну во время своего интервью телеканалу Fox News. Она под стать юным фашистом, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго. Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она — это его часть. Я думаю, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя. Мадонну нужно арестовать. Позже Мадонна пояснила, что ее слова якобы были вырваны из контекста, а вообще-то она не склонна к насилию.